И продолжим мы на главе, которая называется «На иврите лех-леха», или, как мы говорили, «Иди себе и иди». И уже вышел Авраам и Сара из Египта. Уже они двинулись обратно с приобретенными на свой уровень. Да, духовные. Они уже погрузились. То есть человек, когда он начинает работать в своем духовном продвижении, он немножко приподнимается, ему показывают, что он идет вперед, что действительно совсем новая, какая-то другая жизнь перед ним. Он ощущать начинает немножечко, что это что-то особое, не связанное с этим миром. И потом вдруг бум, и падает в какую-то тьму, в какое-то непонимание, незнание, все становится плохо. Это тот, который уже начал заниматься каббалой, который уже как-то впереди ему что-то посветило. И вдруг он оказывается в Египте, в эгоизме, ничего не светит, все плохо. И вот тут вот он не знает, что делать. В общем, проходят по нему вот такие этапы, как у Авраама с Сарой, и постепенно-постепенно они все-таки выходят из этого Египта, но человек вбирает из этого своего эгоизма то, что ему необходимо в дальнейшем пути, и уже поднимается на другую ступень. Он возвращается в ту же землю Израиля, но уже на ступеньку выше. То есть вот он, земля Израиля – это устремление вперед. Исраэль, Ешаркель, прямо вперед в переводе. То есть прямо к Творцу. И поэтому он уже возвращается на другую ступень, более приближенную к Творцу.